Всем здорово, ребят. Ну что, наконец-то открыли у нас шарик и возможность собрать нового героя. Также сейчас посмотрим, что у нас интересного есть на рынках. Обмен героев. Да, как видите, к сожалению, нету пока такого, как на немке. Как собрать бесплатно героя, я уже показывал, рассказывал. Заходите, проходите подземки, проходите волды, кучу разных локаций, где дают, ну, как обычно, в шарике итемы, и забираете. То есть у вас на это есть в сумме 20 дней, поэтому это не так уж и сложно. Так, окей. Что у нас еще интересного есть? Сейчас посмотрим по акциям. Это у нас плюхи, я их еще не забирал. Заберем их потом. Поехали, посмотрим рынки и ждите новых интересных видосов. Так, полным ходом начали продавать камни, смотрю. Новые печеньки начали на английском сервере продавать. Тоже полным ходом. О май гад, сколько всего и все такое себе. Так, Мария дешевеет, плюс 50к в подарок. Тоже очень выгодное предложение. Зефиры. Топовые плюшки. Мэри. Самое интересное, это вот эти вот мне паки. Там, где есть камни, кстати, давайте пересмотрим. Потому что этих камней надо дофигища для прокачки. Скиллов на 14 левел. Надо реально дофига. Поэтому надо не пропускать такие предложения именно. Так, пак накопления даже есть. 1500. Нехило так. Так, и апдейт гифтс. Понятно. Коллекционер героев. Нифига себе за джамбир сколько дают. Прикольненько, я вчера его убивал, сегодня пыльца, новое это, ну, неплохой коллекционер. Интересно, если собрать его так, дадут или нет? Но, скорее всего, нет. Так, что здесь у нас? Психощит, здесь ничего не поменялось. Психощит и суперсила за самоцветы. Карта и остров. Остров у нас не меняли. Так, 1 плюс 1 у нас действует на паке. Апдейт паки. Fortune Hunter, это скорее всего у нас купон. А, нет, не купон. Купон, тут и купон. Это понятно. Это эти, Amazon. Так, вход, Accumulation, Bonanza, Plant for Prices, Prospector. В общем, все как обычно, до хрена всего. Так, с английским сервером понятно, побежали на русский. В общем, не пропускайте возможность собрать героя на халяву. Тоже буду пробовать на своих аккаунтах собрать героя с бесплатки. Так, поехали дальше. Что там у нас следующий сервер? Русский сервер. Посмотрим, что у нас на ру интересного сегодня есть. Колесо удачи. О, ничего себе обновили. Посмотрите, здесь возможность есть собрать барда уже. 5 осколков, 5 зефира, 5 этого. Я не знаю, что они барда так ставят. Прям, что он мега-мега вау. Ну, пусть посмотрим потом дальше. Так, базар осенний, день замка владельца, пакет накопления. Выращивай 1 плюс 1, разбей яйца, ну, поехали, охотник за богатством. Да ты что, сколько всего? Сейчас посмотрим. Счастливое число, сокровищница даже есть, нифига себе. Прям мега вау. Временная настолка, нифига себе, и магическая рулетка, да вы что, это просто на русском сервере. Сегодня какой-то трэш.
Это просто что-то нереальное. Третья магическая рулетка. Говорили там какого 20. Я не помню, какого числа. Оказывается, она сегодня. 16 по 18 или 16 она была. В общем, получили мы скины. Вот так вот. Магическая рулетка такая на русском сервере. Тоже ее не пропустите. Настолку показал. Поехали еще рынок посмотрим, чем у нас интересного на рынке есть. Пакет накопления со скинами. В принципе, довольно-таки неплохо. Осенние подарки. Набор за самоцвет. Ну, на Тайване было больше, по-моему, плюх, если я не ошибаюсь. Мэри. Возможность собрать Мэри за три больших пака. Вот так вот. Плюс топовые итемы. Ну, дешевле здесь, чем нежели на английском. Можно 14 скиллы собирать уже. Вот, камни судьбы даже продают нормально. В нормальном количестве. Тоже можно забирать, кто качает. Подарок этот был, осенний подарок. Ну, в общем. И завтра атака фортов. Посмотрим, что будет интересного. Вот такой вот, ребятушки, у нас русский сервер. Поехали, глянем Тайвань. И, возможно, еще забежим на Йосик. Глянем, что там у нас интересного есть. Так, Тайвань. Еще один. На Тайване я это уже и не знаю, какой пак. По счету у меня накопление. Тайвань реально хороши. Здесь такое вот накопление. Тоже довольно-таки неплохое. Так. Мэри суют полным ходом. Здесь еще какую-то акцию. А, это. Ну, здесь куча разных акций, как видите. На Тайване реально дофига всего. Пират. Так, тут ничего у нас нового нет. Окей. С Тайванькой разобрались. Давайте я сейчас запущу, попробую. Айосики избегаем с вами еще на сервер. Посмотрим, что у нас на АЭС есть интересного. Надеюсь, оно зайдет. Да, есть. Все good. Поехали посмотрим АЭС сервер. О, вот так вот обновление сегодня. По 13 МСК. Так что будем попозже смотреть на этот сервер, к сожалению. Поехали еще посмотрим тогда немочку, может там что-то интересное поменялось, но на АЭСе, как видите, сегодня обновление. Печально, печально. Значит, зайдем туда попозже. Так, немка. На немке у нас, как обычно, Джамбира уже засунули. Немцы красавчики. Однозначно. Немцы однозначно красавчики. Что у нас есть интересного? Крутой коллекционер. Джамбир тоже. Посмотрите, какие плюхи. Скин сразу же дают на него возможность забрать. Если вы получите его. Нифига себе. Нифига себе. Посмотрите на вот это. Шанс. Офигеть, ребят. Это просто шанс без донатом получить нормальные плюхи героев. Я офигею. Я, честно говоря, офигею с этого. Вот это они красавчики. Будем пробовать собрать чем побольше плюх оттуда. Так, ну тут у нас все пока на месте, все то же самое.
В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.